Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы снова на этом канале, то значит мы смотрим все оставшиеся концовки, как я и обещал, в игре «Кто же Майк?». Присаживайтесь поудобнее, ставьте чаёчек, кофеёчек, приглашайте друзей, ставьте колокольчик. Ну, а мы приступим. Полный вперед. Остальные концовки. Так. Выбор. До пропуска, да? Сейчас попробуем. Так, а первый выбор, который нужно сделать... Можно, конечно, сохраниться третьим слотом. Или этим. Так. Значит, отвечаем первое не особо. Так. Ага. Ага. Копия. Так, хорошо. Сейчас проверим. Так. Угу. Сейчас посмотрим. Это, по-моему, было. Потом сказать правду. Так, сказать. Потом. Это я вроде говорил. А, глюканул, что ли? Так, нет, фальшивка должен уйти. Ага. Ну да. Судья. А, про 27 февраля. Так, имя брата. Бобрик. Ха. Ага. Ага. Гиены, чуваки. Ха, гиены круты. Ох да, определенно. Вы серьезно? Забавно. Ха, я просто смотрел передачу про них на Animal Planet. А он повторяет? Ну да. Так, сказать правду. Угу. И потом... Нет, она не настолько плоха. Окей, а дальше что? Ёпарасоте. Сказать правду, 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 правду. И
Везде говорит правду, да? Ладно. Окей. Окей. Допустим. Постоянно говорить. Так. Опять сказать правду. Опять сказать правду. Так, потом сказать правду. Окей. Так, сказать правду. Потом. Ага. Потом сказать правду. Чё? Ха, старые очки. У него старые очки. Очки. Странное в... А, в нем. Ха-ха-ха-ха, он злится. Ого. Нифига себе.
Я не знаю, почему у меня слетела лицензия Бандикам. Я выключил нахрен интернет и покажу концовки так. Его лицо в гни... Окей. Фальшивка на нас напал. Интересно. Чего? Он не убьет девку? Вот она что. Одна неделя жизни. Блин, сейчас ради бабы что угодно сделает. Он жизнь отдаст. А чё, звука нет? Чё?
Задать вопрос. Ага. Можно будет задать вопрос? Да давай, решай уже, кто из них настоящий. Понятно. Наскокнули. Интересно. Концовка три жертва. Еще одну концовку мы получили. Интересно. Допустим. Так. Мы, значит, получили концовку 3, да? Что? Проклятый герой. А, концовка 2 и 3. 2 и 3. 2 и 3. Вот как я мог первую пропустить концовку? Два и три, еще две концовки. Это значит получается. Так, раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. А тут мы получили концовку 2 и 3. Получается так, да? 2 и 3. Ладно, сейчас попробуем получить остальные концовки. Так, мы продолжаем делать концовки. Вот первую концовку очень сложно получить истинную. Довольно непросто. Вот я сейчас должен сказать правду. Вот. Я не могу уйти. Я не хочу. Как это пройти?
Да. Так, подожди. Ждать, когда придет время. Допустим, мы ждем. Должно что-то произойти. Или как? Ну, допустим, подожди. Так, подожди. Почему я к этой концовке прихожу, не пойму. Подожди, это не та концовка, это пиздец какой-то. Так, подожди. Так, сказать правду. В смысле ждать, когда придет время? Я что-то не пойму. Да вроде такая же концовка, блин, как истинную получить? Бред какой-то. А когда? Что-то я не могу задать ей вопрос. Чё за бред? Да, истинную концовку получить тяжеловато. Так, может шестую попробовать получить. Ладно. С истиной, наверное, подождем. Так. Сейчас попробуем по-другому. Фу, да, напряженные концовки, ничего не скажешь. Так. Так, я остаюсь. Ничего, она будет в порядке. То-то основной-то смысл-то игры-то понятно. Так. Солгать. Ага.
Ого. Ха-ха-ха. Так, это понятно, мы солгали. Потом... Нет, ты ударил меня битой. Хорошо. Здесь практически ответы похожи. 27 февраля, что кто? Так, окей. Потом гиены, потом солгать. Ага. Окей. Так, нет, не настолько плоха. Так, а сколько врать надо? 6 раз, что ли? До решим в бою. И опять снова солгать. Так, опять пропуск, отлично. Опять солгать. Опять солгать. Так, окей. Снова солгать. Окей. Снова солгать. Так, решим все в бою и снова солгать. Ага. Солгать. Так, хорошо. Сохранимся тогда здесь. Так, солгать, да, мы оба... Ага, окей. Так. Да, мы оба сделали, что могли. Так, солгать и оттолкнуть его. А ну-ка. Настоящий Майк. Ага. Окей, так. Сейчас будем пробовать. Это у нас какая концовка должна быть? Так. Хитрец. Так, хитрец. Серьезно? А, нет, подожди, тут можно... Нифига себе. Оттолкнуть его. А ну, что будет? Не смей прикасаться к ней. Самозванец. Оу. Охренеть. Он все-таки на нас напал.
Прикольная концовка. Это и есть фальшивка. Убили настоящего. Концовка 6. Жестко. Так, концовку 6 мы открыли. Еще осталось 4 концовки. Угу. Так, а если нам сделать... А, ну-ка, а что будет? Что, так же будет, что ли? А, так же, что ли? Наверное, такая же, да? Так, тут 3 изображения. Ага. Три изображения осталось. Это, наверное, 3 концовки. Но, блин, как получить истину, это, конечно, вопрос. Так. Какую мы там не получили? 7, 8, 9, да? Ладно, попробуем так сделать. Еще раз. Да, вот истину тяжело получить. Так, что ж, пожалуй. Я остаюсь. Потом солгать, ага, ненавижу. Так, окей. Солгать. Так, окей, это уже вроде было, да? Да, обсудим это позже. Хорошо. Потом до 26 февраля, допустим. Потом Майкл. Тоже пропуск. Да, обожаю собак. Допустим, солгать, смешок. Так, солгать. Смешок. Так, после смешка. Солгать, солгать, солгать.
Солгать. Солгать. Солгать. Опять, наверное, снова солгать. Ага, везде, а потом я согласен, да? Солгать. Так, после я согласен, солгать. Солгать и потом да. И потом снова солгать. Так, подожди, да, мы оба сделали, что могли. Потом солгать и все отрицать. Так, отрицать 4 раза, допустим. Ой. Чего? И какая-то концовка будет? Серьезно? Это звон смерти? Ну ладно. Допустим, мы ее открыли. Звон смерти. Черт. А, это не то. Блин, все по новой. Фигово, что сказать. Незнакомец останется и еще кое-что. Так, по-моему, что ж, пожалуй, я остаюсь. Так, что ж, пожалуй. Я остаюсь. Да, ошибиться тут легко. Так, что там, солгать? Так, по-моему, ненавижу ковер, да, обсудим это позже. Так, ненавижу ковер. Извиняюсь, так, обсудим это позже. Да, 26 февраля. Потом, по-моему, про Майкла. Обожаю собак солгать. Потом солгать. Так, а после солгать смешок и солгать. Так, потом смешок. Так, допустим, смешок. Правильно? Так, сколько там раз солгать надо? 4, 5, 6 раз, что ли? 6 раз?
Раз. Два. Три. Четыре. Пять. И, по-моему, шесть. А, вот и вот это я согласен, да? Так, после я согласен солгать. Да, мы оба сделали, что могли. И потом снова солгать. Так, по-моему, отрицать четыре раза и признаться. Раз. Два. Три. Четыре. Отрицать, а потом признаться. Так, признаться. Признаться и ответить четыре раза. Так, в смысле ответить? А, ответить четыре раза. Раз. Так, третья, да? Так, четыре, и потом мирно уйти. Так, мирно уйти. А зон смерти это, наверное, если... Так, а эта концовка какая будет? Незнакомец? Ну, допустим. А ну-ка, они. Ага. Ага. Ага, вот настоящий Майк уходит.
Интересно. Незнакомец. Так, а то есть если получается наатаковать, у нас, наверное, будет концовка та же, да? Сейчас посмотрим. А, ну, допустим, атаковать нахер. Так. Это какая? Зона смерти, да? Да, интересненько. То есть получается... Ого, все эти открыты. Картинки. Интересно. Я не знаю, смогу ли я истинную концовку получить. Но ее, походу, тяжело получить. Так. Глупец, это как? Сейчас попробуем последнюю концовку получить. Допустим. Так, стоп. А разве... Разве девятой концовки у меня не было? Это странно как-то. Или это... А! Это, наверное, когда я выборы просматривал, типа... Походу, да? Фу, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. В принципе, все это интересная тематика в плане вот этих незнакомцев и что они там фальшивки питаются душой, я так понял. То есть короче, вселяются в тело будто паразит. Это напоминает, кстати, аниме-паразит. Они неделю живут у владельца, походу, забирают душу, я так понял. И остается тупо оболочка. И все. То есть человек, походу, без души. И то есть, и ты должен определить фальшивку от оригинала. Смысл игры, как я понял. Вот, но суть в чем? Суть в том, что можно спасти носителя или нет. Ну, довольно необычную сделали замут. Я не знаю, как получить истинную концовку. Если вдруг получится ее получить, я обязательно расскажу, как я ее получил или смог ее получить. В принципе. На всякий случай прощаемся с вами. С вами был Казуко Фэмили. Получится у меня получить истинную концовку или нет, я старался.
все это посмотреть, прокомментировать. От игрушки я получил удовольствие, хоть она короткая, но интересная. Но до новых встреч, как говорится. Я надеюсь, вам все это, в принципе, понравилось. Вот, так что ставьте лайки, приглашайте друзей, ставьте колокольчик, мы увидимся либо на истинной концовке, если я успею, или до новых игр. Так что всем всего хорошего, всем удачки, всем пока-пока. Короче, это я придурок. Я не понял, как получить первую концовку, и, по-моему, мы еще попробуем получить. Так. Сейчас там надо. Или как? Так. Подожди, что за херня? А, вот она что. А, ничего не делать, все, я понял. А потом задать вопрос, да? Точно, задать вопрос, подумать. Так. Подумать и стрелять. Подумать? Блять, как выбрать подумать, алло. Так, лишь бы не тупануть. Сука. Подумать. Так, подумать. Ага. Ну, естественно, фальшивая Сара. Ха. Так, стоп, я хотел в настройках скорость текста сделать стандарта. Да. И им это не понравится. Ого. То есть фальшивка нас пощадила и рассказала, что их много.
Ага. Ну и покажите. И ничего не показывают. Класс. Ага. Так, окей. Сбежала. Вот как. Ага. Ну да, они будут готовы, если вернется. Вот она что за концовка истинная, да? Катализатор. Чего? Серьезно? Даже титры? Неплохо. Вполне неплохо. А, фрисаунд, естественно, я тоже на коленке делали. Чтобы авторских прав не было. Пятнадцатый год. Прикольненько. Вот она как, значит, получается. То есть, тут даже не концовки, я бы сказал, а разные ситуации. И где убивают, это плохо. Где убивают оригинал, где убивают фальшивку, это хорошо. А хорошая концовка, то, что фальшивка говорит об истинных намерениях, почему они сюда пришли. Существо убежало, сказала, что их несколько, а ну, муж этой бабы сказал, что мы будем к этому готовы. То есть они уже знают, к чему готовиться. Ну, идея, в принципе, игры интересная. Особенно такой вот бесплатной, типа чок-чока, только вот этой игры. Ну, а с вами был теперь точно Казуко Фэмили. Я обещал, что мы посмотрим истинную концовку. Мы ее, в принципе, глянули. Всем до новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Пока. Увидимся в другой раз на другой игре. Ла-ла. Да-да-да-да-да-да. Всем удачи.